Еще одна из наших сестер поддалась искушению. И я вынуждена была обратиться к епископу за помощью. Я не со всеми из вас знаком, но среди вас есть те, кто пережил настоящее испытание веры. 2 недели назад произошел еще один инцидент у сестер Святой Терезы. Кто был близок к содержимой? Сестра Мэри. Наш монастырь проклят. Признайся, ты тоже невеста дьявола. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как в небе. Если станет страшно, не подавайте виду. Вы должны быть сильными. Увидите что-то необычное, делайте, как написано. Монастырь стал очагом одержимости. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Смилуйся, Иисусе. Смилуйся, Иисусе. Экзорцизм бессилен. Одержимость не должна покинуть стены нашего монастыря. Пойдем со мной. Сестра, вы меня слышите? Матерь Божья! Господи, помилуй. Дьявол выходит в мир. Проклятие монахинь в кино.